И печальная новость. На 88-м году из жизни ушел Владимир Васильевич Евдокимов. Проститься с героем Отечества пришли представители городской администрации, Совета ветеранов и все те, кто лично знал достойного сына своего Отечества. В 17 лет Владимир Евдокимов был награжден медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне 41-45 годов. Первый орден за труд он получил в 76 году за рационализаторство. Орден трудовой славы второй степени Евдокимову вручили в 81-м, а за орденом первой степени он отправился в Москву, в Министерство путей и сообщений. За время работы на железнодорожном транспорте Евдокимов награжден медалью «Ветеран труда». Ему присвоено звание «Почетный железнодорожник». Скорбим и помним.